Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания и моя семья. И мы гуляем. Мы приехали на площадь Куйбышева. Здесь вот так вот красиво. Какая красота. Какие деревья. Красивые вообще. Смотрите, как красиво. Как это шикарно. Одна елочка, другая. Какая красота, а? У нас сегодня 1 января. Первый день Нового года. Именно как не праздник Новый год, а именно год. Сам год 2019 новый. Самара. Лавочки какие красивые. Какие красота. У нас уже темнеет, уже 4 часа. Пока мы там прособирались, вернее муж. Я-то быстро собираюсь, мне 5 минут, я собрата. А вот муж пока прособирался. Еще ушел, ждет своего друга. Я не дождалась, пошла побыстрее вам заснять все это. Всю эту красоту. Люди ходят. Праздники. Здесь что там пускают. Кстати, здесь мы с вами были летом или в конце лета. Здесь был зелень, солнышко было. А, и вечером однажды еще были, зимой. Вечером были. Тоже было очень тепло. Знаете, плюс, кстати, в этой камере, огромнейший плюс, что можно снимать при минус 35-40 градусов холода. То есть она дальше снимает, она не как, допустим, фотоаппарат. Хоп, разрядился, замерз, разрядился. А здесь такого нет. Здесь вот это огромный плюс, что можно спокойно снимать зимой. Там елочки какие классные. Как красиво, боже мой. 1 января и такая красота. И Женьки до сих пор нету. Где он? А, вон они идут. Женька меня нашел. Ну пусть сейчас подойдет. Еще хочу там пофоткать. А то ж я думаю, обычно этот друг собирается очень-очень долго. Там елка какая. По 3 часа ему звонишь, выходи, а он суп варит. И же стоишь, ждешь его целый час. Договариваешься к определенному времени. А его нету.
Сейчас мы там с вами елочки еще поснимаем. Я хочу еще там пофоткать. Ай, у меня уже палец отмерзает на руке. Фига, стоят там что-то. Здесь кустики. Кустики. Красивые какие, боже мой. А тут как красиво. Ой, какая красота, смотрите. Уже на 5-й час. Тут даже 1, 2, 3, 4, 5, 6 ел. 6 или 7. Одна большая. Другие маленькие. Какие красивые деревья. Ой, какая красота. Красиво. Сказка. Сказка, сказка. Это какое дерево. Красивое. Это у нас, кстати, театр. Не знаю, по-моему, я в детстве в нем была один раз. Может, успеем сейчас поснимать там. Свет мы загородили. Кататься, называется, пришли. Ну, я хотела вообще-то отсюда. Мы всегда здесь катались вообще-то. А ты меня, считай, спустил до самого низа. А теперь меня спрашиваешь, ты будешь кататься? Как я буду кататься-то? А у тебя селфи-палка есть? А где она? А что ты ее тут бросил? Я хотел. Что ты хотел? Ну, сверни ее. Хотел. Господи. Все. Стоишь тут. Давай, толкаю тебя. Давай. Хватит, они еле-еле крутятся. Ну и что это, я не пойму. Мы всегда уезжали, вообще здесь было супер. Все? Че, и все, что ли? Горка не очень крутая, пойдем там. Ты хочешь, чтобы я вместе с камерой упала, да? А как мы катались здесь всегда, я не пойму. А, подожди, мы вон там катались. Я тебе говорю, вон там. А, я забыл, ну тащи тогда. Че? Давайте вдвоем. Они прям трещат подо мной. Дорог, слушай.
где эта дорога-то, я что-то не пойму. Что-то мне кажется, мы это... Куда-то должны были спуститься еще или нет? А, она дальше? Мне казалось, она уже проходит. Господи! Надо было камеру снимать спереди. Надеюсь, я не растеряла ничего. Теперь будем подниматься. Сейчас я в следующий раз буду снимать впереди, что у меня творится. Это будет интереснее. Гораздо. Так классно. Я даже, честно говоря, сначала испугалась за камеру. Ну, блин. Сейчас я где-нибудь думаю, врежусь, эта камера нафиг улетит в сугроб. Ее в жизни потом не найдешь. А вот тут скользко прям. Ну, я тут принеслась как раз. Женька, а вон они. Кстати, камеру привинтила я к моноподу. Очень, кстати, удобно. Палка еще, может быть, там что-то на метр с лишним выдвигается. А вот, поехали, дорогие. Сейчас они режутся с меня. Вдвоем как-то кверх ногами. Упали даже. Недалеко укатились. Пластмасса, наверное, не так катится хорошо, чем санки железные. Либо, может, вдвоем. Хотя вдвоем, мне казалось, всегда дальше укатишься, потому что вес тянет. Уже стемнело. Сейчас еще покатаюсь. Не знаю, вроде через камеру так-то видно все. Поставила другую функцию. Снег, зима. Да, давай еще раз, я сейчас. Это... Ну, что, здорово? Здорово, да. Я потом такая. Я быстро поехал. Да, там потом такая скорость была, я думал, сейчас камера нафиг потом полетит. Что-то пропало. Ну, все, блин, они вообще еле убежали. Ай, блин! Женька! Ну ты че? Там веревка это, блин. Подожди. Это веревка, подожди. Что случилось? Веревка застряла. Ну, подожди, я сейчас. Держи. Сейчас я ее. Она еще порвалась, кстати. Немножко. Давай. Во время.
снижение на санкцию. Значит, отлетит. А? Отлетит в сугроб, будем искать потом. Ну, сугроб. Сломается, наверное, все сделать. Ну, наверное. Ну, осторожно. Держать надо, я держу. Аккуратней, аккуратней. Аккуратнее, да. Тут-то. Как-то да. Монопод точно сломается. А вот камера, в принципе, у меня уже, кстати, падала один раз. Правда, не высоко, сантиметров с 15, наверное, на железный пол. Жалко, у меня головка не двигается. Да ладно, народ, что? Ну, давай. Толкай, давай. Они отошли вроде пока. Давай. Чуть не придавило людей. Тут, по-моему, кататься только с сиреной. Давай, старый. Давай, старый. Я уже прихожу, ногу, ногу. Но ты близко не подходи. Там танцуй. Вот, давай, давай. Что же не сделать? На дороге даже. Да, да. Женя, а ты подпрыгивай. Да, а то ты рядышком идешь и это. Да что ты? Илюха пока еще здоровый. Я уже скоро. Здоров, ну. Че, танцуешь? Давай, ай-ля-ля, 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 ай-ля-ля. Давай, Илюх, прыг-скок. Козлик молоденький. Че, все что ли? А ты до этого показывал так классно, прям спрыгивал прям, напрыг, прям аж на лету прыгал. А ты зимой не переходил в Волгу? Не разу, а только на ходу. Какие елочки, ах, красота. Как снег. Не видно, как есть. Не видно.
камеры едешь, всем тебя смотрят. Красота какая. Как красиво. А там козлик. Сейчас попробую вам показать. Вот он, вот он. Вот он, козлик. Все мутное становится. И что я им не пользовалась раньше? Так удобно. Жалко, фотографировать. Ой, вообще шикарно. Здесь уже не видно. Снег густит, густит, густит. Не видно, что ли? Больно не видно, как он блестит. Какие-то ленточки. И все. Там елка, кстати. Сейчас мы, кстати, возвращаемся обратно на площадь. Посмотрим, что сейчас там будет. Жалко, концерта нету. Вот наступил Новый год 2019. Закончился старый. Вместе со старым ушли проблемы все. И в новом, надеюсь, не будет. Ты там запарился? Да нет, это когда мы ездили в Ширяево. Жарища была вообще. Я помню, аж плохо стало мне. Плохо? Да, я помню, плохо было. Что-то голова болела или что-то. А пить хотел, сушняк был дикий. Что-то эту воду, я помню, экономишь. Ну чуть-чуть пьешь. Вон куда? Ну нет, это ты давай. Ты хочешь там? Давай? Давай. Ну а сейчас смотри там. Шапка у тебя, помнишь, светила? Не здесь ли? Мусор здесь, по-моему. Жень. Здесь, наверное, ну, смотри, да. Давай. Я как чувствую, я не могу это место пройти. Тебя оно так и тянет, так и манит. Ну, там было прям жестко, конечно, там что-то прыгал так я. Да, ты классно там подпрыгнул. Тебя? Нет. Конечно. А ты сам? Конечно. Веревку подбери хорошенько, у тебя она по бокам висит. Ну, давай, то я тебя толкну. Да, да тут опасно. А то, опасно, смотри, опасно, да. Как тут. Да. Не сломай только нам санки, пожалуйста. А, ну, в принципе, новые купишь, ты зарабатываешь, да? Да ладно, санки, сколько им лет тут? Они если ну, выдержали. Ладно, я вешу-то. Он на них, он по ступенькам катался. Ты что-то я не поняла. И куда это ты? Еще? Я сам говорю, давайте направлю хотя бы. Поехали. Дерево чуть не сломало. А я думаю, как ломают деревья, не понимаю. Еще на тебя посыпалось. Ага. Ой, что-то на меня посыпалось. Все мне накрыло. Далеко пойдем, не улетел. Пойдем, ладно, а то он второе дерево-то оно потолще будет. Ай-яй-яй, смотри, там все полетело. Ну все на камеру взлетело. Ветер, ветер? Как будто белочка пробежала. Что, третий раз давай, с третьего раза получится. Да тут в разные стороны. Так ты ногами-то управляй. Да ладно, смотри, а то что-то тебя уже к тому дереву тянет. Да его все налево тянет, все налево, да налево. Сейчас переснешь? Давай. Что, не сломал? Нет, хватит. Правильно, ну, хватит, а то ты нам сломаешь, я чувствую. Да я вообще не могу. Ну вот я когда катаюсь, у меня никогда это ровно не еду. Я все время куда-нибудь в сторону еду. Ты тут прям слетел так с дерева хорошо. Ой, батюшки, весь какой снегу. Тебя же дерево осыпало. Нет, это он. А вот что тут попробуешь? А тут тоже маленькое деревце. Тут ты, Наташ, пробуй. Нет, спасибо. Да пойду. Нет, это еще жить. Хочу я. Мне еще ребенка воспитывать, поднимать. Такие горки-то. Я помню, в детстве каталась на ледянке, что ли, по-моему.
такие синяки у меня потом на попе были. Подпрыгивала аж. Думаю, ну ладно, подпрыгиваю, так подпрыгиваю. А потом лежать на боку не могла. Так не запомни. Что сегодня не будет? Вы об этом не думайте, а когда надо? Я вижу, у меня захотела. Сейчас она подсеет. Или она заледенела. Не пойму я, что она. Счастье мое, это радость светенья весной. Все это ты, моя любимая, все ты. Рыбавка. Счастье мое, посмотри, наша юность цветет. Сколько любви и веселья вокруг. Радость моя, это молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг. Спасибо. Какая прекрасная наша площадь, дорогие друзья. А сейчас мы с вами отправимся на юг Италии. Все отправились? Для вас звучит танго «Утомленное солнце». Танцуем. Здоровья вам и удачи в новом году! Для вас, романтики, для вас, влюбленные. А, каток. А, с той стороны стоит. Смотри, какой, нифига там. Дерево кто-то толкнул. Оно осыпалось. Трясет, ну, трясет, я и говорю. Класс был. А ее там было поставили. А, снег идет. Так, наши покупки на сегодня. Салатик мы сегодня будем делать. Такую купила, 64 она стоит. Это какао. Мне так понравилось делать какао с молоком, прям вообще. Какао напиток такой. Баночка стеклянная, купила ее больше, наверное, ради баночки, чтобы потом сюда какао пересыпать, и будет красиво смотреться. И купила такое, она подешевле. Ой, вернее, не подешевле, а... за нос прилип. Она 84 рубля, здесь побольше. Вот. Ну, то же самое, в принципе. Вот. По цвету они немножко различаются, потому что у меня такая же вот другая была, какао растворимый. Еще в этой... Господи, как он называется? Упала я. Русели. Она, вот она мягкая, мне нравится. Я люблю стекло больше, когда все красиво.
И ее можно будет потом вот так, так же сюда вот пересыпать. Ее помыть, например, или оставить так же. Отсюда ее открыла, и все. Там вот эту вот выпью. Потом эту. Значит, купили мы хлебушек. Татарский. Мягенький. С кириешками у нас будет салатик. И у нас торт. Вчера был торт. Мы его, к сожалению, уже съели. Но очень вкусный. Около 209 рублей он стоил. Самое интересное, знаете, то, что тут вот с шоколадом, то есть цвет такой, видите? А здесь вот он белый почему-то. То ли перепутали торт, то ли, не знаю, какао не закончилось. Или не знаю, почему так. Тут один, там другой. Ну, серединка вот. Где? Вот серединка такая же. Соблазн. Академия вкуса. Кстати, Академия вкуса, у них очень вкусные торты. И сейчас я вам сбоку покажу. Вот он, видите. Много очень крема. Я не люблю торты, где много хлеба самого. А крема мало. Я не люблю так. Я люблю наоборот. Когда много крема, а самого хлеба практически нету. Вот. Все, что ли, мы купили? Ну, почти все.